С 2006 года паралимпийский конный спорт является международной дисциплиной. Всадников, имеющих заболевание опорно-двигательного аппарата, делят на 5 уровней, зависящих от степени тяжести их поражения. На сегодняшний день соревнования для таких спортсменов проводятся только в единственном виде – выездке. Это возможность всадника и лошади ходить, бегать и даже танцевать. А оценивают их в элегантности, точности, силе и умении. Паралимпийский конный спорт – наиболее сложный вид в этом смысле, потому что под поражение определенного всадника нужно научить лошадь правильно отвечать на определенные команды. Существует берейтер, спортсмен-берейтер, который учит лошадь правильно отвечать на команды. Если у всадника, к примеру, ноги не могут подать нужную команду, да, как в классическом конном спорте, то, например, лошадь учится отвечать на команду с помощью хлыстов. Взаимоотношения с лошадью – это целое искусство. Ведь верного друга мало только кормить и поить, чтобы добиться его доверия. С ним нужно быть одним организмом. Достичь высоких результатов в конном спорте может только тот всадник, который хорошо понимает физиологию и психологию этого грациозного животного. На территории Национального конного парка «Русь» есть все необходимое для ухода за лошадьми. Например, солярий, но лошади здесь не загорают. Он предназначен для сушки и прогрева мышц животного. Анастасия Козичева тщательно следит за здоровьем своего друга и лично перед каждой тренировкой готовит его к выходу на манеж. Поддержка суставов, сухожилий, чтобы они были максимально защищены, ноги у лошади. Также вся амуниция, она подбирается абсолютно индивидуально каждой лошади. Это уздечка, железо, бинты, нагавки, все индивидуально. То есть от особенностей лошади, от ее походки, это все влияет на ее амуницию. Сборная России по конному спорту для всадников с поражением опорно-двигательного аппарата находится на 5-м общекомандном месте в мире. Это совместная заслуга лошадей и спортсменов, тренеров и коноводов, ветврачей и ковалей, иначе их можно назвать кузнецами. Владислав Колосов всю свою жизнь посвятил конному спорту. И даже несмотря на то, что ему пришлось перенести уже 2 операции на позвоночнике, он продолжает заниматься. Мы каждый день тренируемся, каждый день отрабатываем элементы манежной езды. Тут переходы, подъемы, элементы там принимания и прочее. Хотелось бы, чтобы нас увидели, услышали и гордились нами, потому что у нас в прошлом году мы все международные старты выигрывали. Это Италия и Австрия. Мы стали абсолютными чемпионами. И в этом году в Австрии мы стали абсолютными чемпионами, в Италии мы стали призерами. На манеже всадники проводят много времени, чтобы добиться легкости и свободы движений, гармонии и единения со своим грациозным партнером. Со стороны может показаться, что элементы, которые выполняют всадники, довольно простые. Но только оказавшись в седле, понимаешь, что это совсем не так. Времени на подготовку к ближайшим соревнованиям у спортсменов осталось совсем немного. Скоро они будут представлять нашу страну на важном чемпионате Европы, который состоится в Нидерландах. От результата выступлений будет зависеть участие сборной Российской Федерации на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.